mm -hmm. Храм непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Одно из самых необычных и красивых зданий Москвы. Расположен храм на Малой Грузинской улице. В этом районе в конце XIX века проживало большое число католиков, а уже имеющиеся в то время московские храмы не вмещали всех прихожан. Проект храма в неоготическом стиле создан Фомой Осиповичем Богдановичем в 1895 году. Тогда же был приобретен участок, и начался сбор средств. Строительство началось в 1901 году и продолжалось 10 лет. Храм осветили 21 декабря 1911 года во имя непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, но отделочные работы продолжались вплоть до 1917 года. Тогда храм имел статус филиального при приходе святых Петра и Павла и только в 1919 году стал приходской церковью. Репрессии начались уже через год гонениям и арестам подверглись не только священнослужители и монашествующие, но и обычные прихожане. Обычным делом были обыски и конфискации церковного имущества. Однако приходская жизнь не замирала вплоть до 1937 года, когда в ходе ликвидации религиозных организаций настоятель Михаил Цакуль был расстрелян. Затем храм был закрыт, а церковное имущество разграблено пострадавшие от репрессий, чьи имена известны, перечислены на мемориальной доске. После ликвидации прихода здание стало использоваться в хозяйственных целях и было перепланировано. Были снесены шпиль и несколько башенок. Существенный ущерб здание получило и во время пожара 1954 года. В 1989 году был поставлен вопрос о возвращении здания церкви, а через год образована община, и проведено первое богослужение на ступенях храма под открытым небом. В 1991 году приход был официально восстановлен и богослужения стали совершаться каждое воскресенье. В 1992 году московский мэр Юрий Лужков подписал указ о постепенном освобождении и передаче храма церкви, однако борьба за возвращение храма продолжалась до 1995 года. Тогда же зданию храма был присвоен статус памятника истории и культуры. Помощь в восстановлении здания оказывали благотворители из многих стран мира. Реставрационно-восстановительные работы были завершены в 1999 году освещением храма. Осветил храм Легат, то есть специальный посланник, Папа Иоанна Павла II, госсекретарь Ватикана, кардинал Анджела Садана, присутствие апостольского нунция, множество епископов и священнослужителей – и при большом стечении народа. После освящения храма общественная и церковная жизнь московских католиков получила новое развитие. В 2002 году была учреждена архиепархия Божией Матери в Москве, и храм становится кафедральным собором. Через три года рядом с ним было построено здание Курии, где находится и резиденция архиепископа. Храм непорочного зачатия относится к широко распространенному типу трехнефных базилик с широким поперечным трансептом и полукруглой апсидой. Такой план имеет крестообразные очертания, сочетающие образы креста и церкви как тело Христова. Выбор неоготического стиля определялся, с одной стороны, большим интересом к средневековой архитектуре на рубеже XIX и XX веков, а с другой устойчивым восприятием готики как художественного символа католической церкви. Стрельчатые острые формы, устремленность зданий к небу, соединяющие земное и небесное, облегченные стены с высокими окнами, позволяющие заполнить помещение светом. Все это направляет душу к высотам духовного восприятия и переживания. Неоготический стиль сохраняет основные формы готики, но за счет развития технологий делает их более изящными, а готические инженерные элементы при этом только имитируются. Художественное решение храма непорочного зачатия весьма эклектично и имеет черты различных национальных направлений готики, в первую очередь французской и немецкой. Внимательный глаз может определить конкретные прототипы архитектурных деталей, при этом сам архитектор указывал на Миланский собор и Вестминстерское аббатство. Стоит отметить, что при восстановлении храм был приведен к виду, более близкому к первоначальному проекту, с башенками и шпилями. Боковые шпили фасада увенчаны гербами Папы Иоанна Павла II и архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который приложил поистине титанические усилия по возвращению и восстановлению храма. О посвящении храма свидетельствует размещенный на фасаде основной готический символ Девы Марии – круглое окно роза, а в тимпане находится позолоченный вензель, означающий Дева Мария, непорочно зачатая. Звонница устроена за стрельчатой аркадой в левой части фасада. Пять колоколов изготовлены на фабрике Фельчинских в городе Перемышль и носят название «Фатимская Божия Матерь», Иван Павел II, Святой Фадей, Юбилей 2000 и Святой Виктор. На внешних стенах размещены изображения 14 стояний крестного пути Иисуса Христа которые используются при богослужениях в период Великого Поста. Современный интерьер храма существенно отличается от изначального, что связано как с недостатком сведений об историческом интерьере, так и с изменением литургических правил. Проекты интерьера и алтарей по большей части разработаны Яном Тайхманом и Старунем. Двери портала ведут в притвор, нартекс. В нартексе находятся крапильницы, чаши с освещенной водой, в которой по традиции омывают пальцы перед совершением крестного знамения при входе в храм. У чаши справа в стену вмурована медаль юбилейного 2000 года, а слева – кирпич из латеранской базилики, важнейшей церкви в мире, матери всех церквей, как ее называют. Из нартекса в главный неф ведут три двери. Основной объем храма опирается на 10 пилонов, символизирующих 10 заповедей. Алтарная часть ориентирована на запад, что весьма необычно для христианского храма. Главный алтарь выполнен из темно-зеленого мрамора и украшен вензелем альфа и омега. Позади алтаря расположен трон архиепископа, а над ним девятиметровое распятие, стилизованное под виноградную лозу, 12 ветвей, которые символизируют 12 апостолов. По обе стороны от распятия установлены фигуры Божьей Матери и Евангелиста Иоанна. Они изготовлены московским скульптором Святославом Захлебиным. Слева от алтаря расположены часовни святых даров с дарохранительницей и образом милосердия Божия. В левой части трансепта находится статуя Фатимской Божьей Матери а в правой – реликварии с мощами святой Терезы из Лизьо, одной из учителей церкви. Также в правой части трансепта установлена статуя святого Иосифа, а также двойная статуя святых Иоанна Боска и Доминика Савио. Святой Иоанн – основатель конгрегации солезианцев, которые принимают активное участие в пасторской деятельности со времени возрождения храма. На стенах нефов, как и снаружи, размещены изображения стояний крестного пути, соответствующие 14 основным событиям на пути Иисуса Христа на Голгофу и его казни. В отличие от наружных стен, эти изображения небольшие и выполнены в виде барельефов. У входных дверей к стене прикреплен камень из санктуария в Лурде, где в середине XIX века произошло явление Пресвятой Девы Марии. В узких и высоких окнах боковых нефов размещены декоративные витражи, включающие символы церкви и ее таинств. В окнах трансепта установлены витражи с более сложными композициями. В правой части изображены апостолы Петр и Андрей, духовные просветители Запада и Востока. В окне левой части трансепта изображен святой Папа Иоанн Павел II в молитве перед Фатимской Божией Матерью. В левом нефе, ближе к алтарной части, расположен электронный орган, используемый на рядовых богослужениях. На хорах над нартиксом установлены еще два органа. Комбинированный электронно-духовой орган фирмы Ротгерс подарен американскими католиками в преддверии освещения храма. Второй ⁇ это духовой орган фирмы Кюн, дар протестантов Швейцарии. Его установка завершена в 2005 году, и с тех пор он используется на торжественных богослужениях. В подвальных помещениях Находятся аудитории, библиотека и большая часовня. В этой часовне установлен деревянный традиционный алтарь, подаренный американскими католиками. Хотя статус памятника предполагает выделение изначально его территории современный земельный участок намного меньше исторического из-за капитальной застройки советского времени. Ограда со стороны фасада, построена в 1903 году, спроектировал ее архитектор Леон Франциск Даукши. Северная часть ограды – это современная стилизация. Свой нынешний вид территория в основном получила в 2005 году со строительством здания Курии. На большой замощенной площади проходят различные приходские мероприятия, некоторые богослужения и обряды имеется автостоянка, небольшое кафе и церковная лавка с относительно большим ассортиментом товаров. По обычаю, в самом храме торговля запрещена, также не разрешается продавать заранее освященные предметы. Слева от храма установлена статуя Христа в образе доброго пастыря с небольшим фонтаном и статуя святой Терезы Калькутской. Справа от входа в здание Курии находится грот Богоматери Лурдской. Слева от входа в Курию армянскими католиками установлен хачкар – небольшая стела с изображением креста в память о геноциде армян. Собор является главным храмом России, что придает особую значимость приходской и литургической деятельности, которые, можно сказать, являются образцовыми для всей поместной церкви. Каноническая территория прихода весьма велика и включает в себя большую часть Москвы и Московской области. Очевидно, что это крупнейший по численности приход страны. Хотя здание рассчитано на 2000 человек, на основные праздники собирается более 5000. Подавляющее число прихожан – это этнические русские и основной язык, на котором совершаются богослужения, тоже русский. Тем не менее, в храме сохраняется историческая традиция совершения ежедневных богослужений и на польском языке. Также здесь еженедельно проводят службы и национальные общины на английском, испанском и португальском языках. Учитывая численность прихожан, территорию пасторской ответственности и особенности мегаполиса, Святая Меса служится до восьми раз в день, не считая других богослужений. Литургическая жизнь не ограничена латинским обрядом. Каждое воскресенье в храме совершается литургия по армянскому обряду. В Большой Часовне периодически служится Триденская Меса, то есть по экстраординарному чину на латинском языке, и Божественная Литургия по византийскому обряду в приходе активно ведется деятельность по изучению основ веры и богословия для всех желающих, проводятся лекции и занятия по углублению веры, работает группа анонимных алкоголиков. Организуются благотворительные мероприятия, рождественские и пасхальные мистерии и концерты, местные и международные паломничества и многое другое. Для широкой публики Проводятся органные концерты и музыкальные фестивали духовной и классической музыки.